31 августа на стадионе «Олимпийский» с 18 часов начнется праздничное мероприятие, посвященное 285-летию Верхнеуральска. Умелицы города продемонстрируют свои поделки на улице мастеров. Для детей будет организована площадка с фокусником и научным шоу. Силачи города и района смогут показать богатырскую удаль на площадке кроссфита. На главной сцене награды получат верхнеуральцы, внесшие вклад в развитие города по различным номинациям. Перед вами выступят артисты районного центра и Уральского федерального округа. Танцевальное шоу «Анимекс» из Екатеринбурга, челябинские аккордеон-шоу Ильи Мажорного, модный диджей, пиксельное шоу и хор Михаила Бублика. Завершит праздник салют и огненная надпись «Верхнеуральску-285».